Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volkswagen Jetta. Ремонт передом. Итак, капот меняю, крыло меняю, телевизор меняется, фара, бампер. Разбираю. Итак, перед разобран. Теперь делаю необходимые мне измерения лонжеронов. Все в порядке. Поэтому начинаю сразу ремонт с верхней части лонжерона. Сначала я его вытяну. Теперь я удаляю поврежденные куски, их я отравняю отдельно. Равняю металл, оставшийся на машине. Итак, эта часть металла выправлена, удаленные куски равняю на столе. Теперь привариваю их. Верхнюю часть лонжерона я закончил, после чего покрасил ее. Теперь устанавливаю радиаторы, капот и крыло. Thank you.
Крыло установлено, теперь буду равнять дверь. Она заловлена, поэтому сначала выровняю ее крылом и конечный ремонт буду делать при помощи споттера. Итак, ремонт двери закончен. Теперь прикручиваю остальные части переда. Работа с металлом закончена, отдаю машину на покраску. Итак, машина вернулась ко мне с покраски, собираю ее. Ремонт этого автомобиля закончен. На ремонт ушло 7 дней, 3 дня работы с металлом, сборка и 4 дня покраска.
А сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!